Я попадаю в историю. Да и Света попадает в историю. Ой, меня, пожалуйста. Ну, скажи пару слов. Ой, что сказать. Учись. Поздно уже, все. Уже в голову ничего не лезет. Все время строить, одному не строить, а другой чем-то заниматься. Ну как, не профайла? Я могу снимки наснимать с интернета и прийти показать. Вот смотри, как я красивее делаю. Нет, ты еще сразу референс, там, отзыв. Я сделал в одном экземпляре, все. Никому больше такого не делаю. Ну, Палюк, ты хорошо бейсмен сделал. Ну да, мама. Это же было давно. Угу. Там, по-моему, еще не закончили, не закончили уже. Что там? Когда-то не хотели туалет еще делать, умывальник. Ну, внутри бейсмен? Да. Ну и как, один там есть, они еще не хотели. В той стороне. Как заходишь в бейсмент. И я хочу сейчас Войцеху, собственно, слово и передать. Ведь, насколько я понимаю, вот когда у вас критики говорят, что вы человек, который связан с католической традицией, имеется в виду, что вы по-своему, как-то о ней говорите, нельзя сказать о вас, что вы католик-ортодокс. Ну, вот, по крайней мере, опять же, критики утверждают, что это такая... Ну, в общем, что это не религиозная поэзия. Чтобы вы установить свою измеру ортодоксии? Нужно бы определить шкалу, по которой мы можем измерить ортодоксию. И Богдан, пан Богдан свидетелем, что когда проходит фестиваль поэтический во Вроцлаве, после завтрака в воскресенье все поэты не очень себе представляют, чем заняться, а я очень хорошо знаю, я иду в костел на службу. Религия очень близка к поэзии.
И я бы сказала, что источник поэзии в религии. Но меня не интересует нечто под названием политика религии или политическая религия. И все эти вещи, которые связаны с институцией. Меня интересуют духовные поиски. И определенный тип солидарности, который создает религия. Я знаю, что Богдан бы протестовал, но его стихотворение глубоко религиозно. Не будет протестовать. То, что сказал Войтек о себе, что его корни в религии, я могу то же самое сказать и про себя, и про свое детство. Не знаю, как у Войтека, но я несколько лет, где-то до 8, хотел быть ксензом. И если серьезно, то это стихотворение, оно, в общем, в защиту Господа Бога. И защита его права на собственную точку зрения по поводу нас. И мне кажется, что если человек серьезно относится к своей религиозности, он всегда будет выходить за рамки ортодоксального представления. Но было бы очень плохо, если бы религиозная перспектива в принципе из нашей жизни исчезла. Польский поэт Станислав Ежелец когда-то написал такой афоризм. Душу невозможно подобрать по точным меркам тела. А тот кусочек, который достает, как раз самый интересный, который торчит, а он самый интересный. Войцех, мы можем попросить вас прочесть стихи? Co ciekawe, mój wiersz gdzieś tam w tle też mam. A co interesujące, u mojego stichotworzenia, no gdzie to tam, może być w głębinie, присутствуют отголоски военной атмосферы. В нем есть элемент беспокойства. Но, с другой стороны, в нем есть надежда, что из поколения в поколение удастся преодолеть этих демонов прошлого. Przekroczyć te demony. Echa. Idą dzieci ścieżką przez niebieskie morze. Świat nad nim. Отголоски. Дети идут тропою по морю голубому. Мир над ними колеблется, в отдалении овечье стадо, словно порванный парус, выброшенный на берег. Счастлив тот, кто сегодня остался дома, подвязывать помидоры, жарить каштаны. Дети смело идут, свищут пастушьи собаки, глядят на небо. Там наверху голова в жару прислонилась к колонне света. Блеск позолоты на муравьиных спинках. Дети идут, землей перепачканы ранцы, будто вылезли из окопов. Быстро переставляют ноги. За холмом, подле темного леса, открывают большую школу. Слышен смех. Корабли отплывают с пирса, трогаются составы. Темным лесом слышать смех. Стамтунд отплывают статки, рушают путенки. Войцех Банович, перевод Льва Огурина. Спасибо, друзья. У меня для вас последний вопрос. Поскольку, еще раз, я напомню, что в этом году Радио Свобода посвящает часть своего времени. Что Национальный банк и председатель говорили о том, что организации в Казахстане, они требуют и отставки Экелимбетова, это глава Нацбанка, и вообще-то каких-то перемен. Но не будем забывать, что все в Казахстане еще ожидают и транзит по власти. Вопрос Аркадия Дубнова, насколько прочен политический режим в Казахстане? Надо тогда договориться, наверное, об определениях, да, Владимир, широкополитический режим, либо та система власти на стол, скажем, Кайрат Келимбетов, и не более того. А что касается Нурсултана Назарбаева, то вот последние события связаны не только с девальвацией, а вот то, о чем мы с вами говорили, последний саммит там, лидеров Таможенного союза, как стало известно, что... Я не очень поняла, может быть, вам виднее, конечно. Говорится так, что это место в докладе, в общем, низкое, связано с неуважением к независимой позиции журналистов, даже когда он является сотрудником той или иной редакции. Неуважение властями к независимой позиции журналиста. Как вы это трактуете, вот этот параметр, критерий? Дело в том, что Forbes Украина и практически многие журналисты вынуждены были уволиться именно из-за того, что новые собственники не уважали их независимый взгляд на события. Людьми близкими к семье, это Сергей Курченко, это, ну, в общем-то, человек оттуда, да, выкупил этот крупный холдинг. Многое говорится о том, что пытались многие предлагать